Дамир! Дамир, давай, как друг твоего самого... Артем Балаков! Артем Балаков, иди сюда! Один, два, стой, три, четыре, кто же играешь? Вместе или одна будешь? Вместе, ну еще, дави кого? Кристина, Амелия, давай, Кристины нет, Амелию давайте. Где Амелечка у нас? Так, мальчишки, нет, все, Амелию ждем. Вот теперь мы посмотрим, какие вы шустрые в теле будете. В танце-то все могут крутить, вертеть. Но вам задание. Вы сейчас покажете нам, какие вы снайперы хорошие. Умеете ли попадать в цель? А Дедушка Мороз вам разных снежков приготовил. Вот теперь идете, берете каждый себе ящик любой. Да ящик только берем, снежки не берем, ящик поставил. Раз. Где твой ящик? Нет, это Артема ящик. Да вот же, Господи, вот он твой ящик. Все понятно, какой снайпер будет. Ни ящика не нашел. Вот твой ящик. Вот. Встали около ящиков своих. Вставай. Вот твой ящик. Ваш ящик. Иди сюда, солнышко. Вот твой там ящик. Ну, а мы дождемся. Иди сюда. Да, бегом. Это твой ящик. Как зовут? Максим, аплодисменты Максиму! Так, ваше задание такое. 5 шагов назад отходим. Дальше Дед Морозу никто не выходит. Дальше Дедушке Морозу никто не про... Так, вышли вперед Деда Мороза. Назад, туда, назад. Назад, да. Так, вот теперь... Будь добр, дорогой поросеночек, по три шарика берем. Где твой ящик? А кто за Дед Мороза вышел? А ну назад. Вот спасибо, дорогая Крюшечка. Ну что, у наших самых метких снайперов по три удара. Итак, начнем с мальчишек, девчонки, мы набираемся смелости. Ну, Дамир, давай, бросок. Ну что, 0 баллов, 0, ну ничего страшного. Стоим, так, Артем, поехали. Два у Максима балла. Так, ну, девчонки, поехали. Кидаем. Раз. Два. Три. Зато кидала, старалась. Тоже аплодисменты. Раз. Два. Ну что, попади
все клюшки собрать. Красиво встаньте, подурачились, повеселились. А теперь зрителю поаплодируйте, что они за вас болели. Вы аплодируйте. И Дедушка Мороз со Снегурочкой. Дайте катиться нам. Стоим ровненько, ждем Дедушку со Снегурочкой. Тоже получаете сладкие подарки. Да, Снегурочка. А мы аплодируем, не завидуем. Зрителям.